Гитана. В древности город являлся одним из самых важных политических, административных и экономических центров Тиспротии. Руины города находятся на склонах горы Брисела, в окружении великолепного со многих точек зрения пейзажа, омываемого рекой Каламаз, которая внесла самый большой вклад в экономическую самодостаточность города. Его основание восходит ко второй половине IX века до нашей эры, хотя территория была заселена еще в доисторические времена. Расцвет города пришелся на эллинистический период. Он является центром общины теспротийцев и был разрушен римлянами в 167 году до нашей эры. Город, имевший площадь 280 стрем и 6000 жителей, был защищен монументальной стеной. Руины зданий и дорог свидетельствуют о том, что у города был план градостроения. Важной достопримечательностью является театр, датируемый III веком до нашей эры и вмещавший 4000 человек. В число важных находок входят 3000 глиняных пломб, обнаруженных в Британию, и представляющих собой единственную в своем роде коллекцию. Они позволяют получить большое количество информации о широте дипломатических отношений с крупными городами древнегреческого мира.